Общероссийский народный фронт создан по инициативе президента России Владимира Путина в 2011 году. Он и является все эти годы лидером этого самого влиятельного в стране неформального движения единомышленников с активной гражданской позицией, которые стали его реальными помощниками в решении сложнейших проблем нашей жизни. Многие народофронтовцы стали депутатами Государственной Думы России, замечены на высоких государственных должностях. Владимир Путин регулярно проводит многочасовые встречи в прямом эфире со своими сторонниками, которые не дают властям всех уровней застаиваться и почивать на лаврах, озвучивая самые нелицеприятные факты на многомиллионную теле- и интернет-аудиторию. К сожалению, воронежцев среди возмутителей спокойствия на этих форумах замечено не было. И, наверное, это сказалось на результатах опроса, проведенного независимой социологической службой «Ваше мнение». На вопрос, в какой степени вы информированы о работе Воронежского регионального отделения Общероссийского народного фронта, лишь 9% взрослого населения столицы Черноземья в возрасте от 18 лет и старше сказали «часто и много встречаю информации». 34% ответили «иногда», «какая-то информация проскакивает», «что-то слышал». В то же время 40% воронежцев практически ничего не знают. А еще 17% вообще ничего не знают, первый раз слышат о существовании такой организации в Воронеже. Вряд ли президента России Владимира Путина обрадуют такие низкие цифры узнаваемости его любимого детища – Общероссийского народного фронта на Воронежской земле. Да еще и в год выборов.